Товарищ заместитель главнокомандующий воздушно-космическими силами. Первая авиационная эскадрилья с выполнением специальных задач Сирийской Арабской Республики прибыла. Задачу выполнили. Командир первой авиационной эскадрильи, подполковник Шалдога. Воля. Вольно! Как ощущения? Отлично. Сегодня на землю вернулись пилоты, специалисты инженерно-авиационной службы, завершившие выполнение задач по уничтожению сил международного терроризма на территории Сирийской Арабской Республики. Третий уже. Все, уже подкинули. Поймали?